have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Мы сегодня с вами в очень необычном местечке, где все, что для нас нужно, это наши руки. Оп! Дай кулак. Сейчас. Оба! Оба! Да, нам тут предлагают пользоваться нашими руками. Оп! И можно делать всякие разные вещи. То есть можно строить. Ты нормальный, блин? Помоги! Как ты это сделал? Это очень похоже на тот момент, когда мы бросались всем подряд. А, встань. Это сложно, честно, ребята, это сложно. Но мы решили записать эту игру, потому что она все-таки очень новая, очень прикольная. У нас никогда не было ничего подобного. У нас правая кнопочка отвечает за правую руку, левая кнопочка отвечает за левую руку. И такой хо-хо-хо. Двоечки прописываешь. Каждый раз, когда ты нажимаешь на кнопку, ты рукой что-то хватаешь. Когда нажимаешь еще раз, ты это отпускаешь. По идее, таким образом можно лазить по стенам. О! Эту отпусти. Я понял, как это делается. Что? Я не понял, как это... Не-не-не, смотри, в чем прикол. Сейчас. Это сложно, это честно сложно. Берешь сначала одну руку и кляпаешь ее. Она у тебя застреет. Нажимаешь прыжок и лезешь. Теперь кляпаешь другую руку. Пока та прицеплена, а эту отпускаешь. Так вот как? Это сложно. Но по факту, смотрите, вот я уже куда-то забрался. Окей, окей, я понял, как это делается, спасибо. Наконец-то я разобрался, по крайней мере, в прямом Слушай, эфире. Слушай, я тут нашел крутую штуку. Какую? Также, я думаю, можно лазить и по канату, также можно делать всякое такое. К тому же, ребят, пожалуйста, сделайте сейчас видео потише. Я вас предупредил, не обижайтесь потом. Что ты делаешь? Перестань. То есть, правильно управляя руками, можно играть на пианино. Правильно управляя руками, можно вон тут построить домик, можно залезть наверх, можно сделать что угодно. Но это мы только в начальной зоне. Пойдем туда еще посмотрим. Окей. Тут, к тому же, можно подбирать всякие оружки. Но драться ими нельзя. То есть, ты такой подбираешь... Отпусти. Во-первых, это еще сделать надо. Опа! Подбираешь меч. И вот сейчас, если я нажму еще раз на эту кнопку, то он его выронит, а не ударит. Поэтому ты просто ходишь с мечом. И такой... Режешь людей. О, арена! Идем! Сейчас. Так, что там? Какая серия экзамены была последней? Там тоже была арена, там тоже были мечи. Иди сюда! Это ты со щитом, ты чё? Ты офигел? Иди ко мне. Ай-яй-яй! А, тут урон проходит. Я тебя заколбасил. Попытался ударить? Да, 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 на, держи. Стой. Ладно, все, пойдем. Я чуть не умер. Я победить. Есть. Круто. Вот это реально очень обалденное место. Так, прощай оружие. О, веревка. Тут, ну-ка, если перетащить этот кубик. Иди сюда. Есть. Помоги тащить его. Зачем? Здесь большой куб, надо, чтобы... Он не тащится, этот куб. Ты что, это сделано? Просто ты тренировался веревку таскать. А-а-а. Тут можно... В общем-то... Машинка. Это включить. Это включить. Что? Передвижение чисто за счет рычагов вот этих. В смысле, помогите? Я водить-то не умею вообще-то. Поздно. Да возьмись, пожалуйста. Надо... Остановись!
правее, левее, погоди, нет, это надо вдвоем. Ой, какой бред. Останови машину. Останови долбанную машину. Стой, я ее остановлю. Давай, давай. Стой, я остановлю. О, тут что, ты что, труп? Погоди-ка. Тут офигенно сделаны все вот эти вот вещи для управления. Знаете, как, это как учиться заново полностью моторике. Наверное, это бесполезно, но это весело. Отпусти мою руку. О, вот эта штука. Ой, смотри. Тут можно, если присесть, схватить. Встать. Я должен научиться водить машину. Что-то получается. Хм. Блин, это сложно. Ой, да пошла эта машина на... Пойдем еще туда посмотрим. Пошли. Причем ты такой ходишь, как зомби, у тебя руки вперед. А на меня посмотри. Тут нуб ходит. А как ты руки опускаешь? QE. Да? Вот это тык-тык-тык-тык на корточках. Если что, на C еще раз нажать надо, чтобы встать. Я знаю. Ну просто так. Я просто по приколу. QE. Понял. Хоп-хоп. Что это? А, тут за монетки можно... А не только за монетки, тут можно и бесплатно получить... Так, оп. 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 Атя. Хэнди! Вот кто у нас на заставке был. Если что, это чувачок с заставки. Я выгляжу угрожающе? Ай, не делай такого! Как мне взять этого нуба? Так, пойдем в шахту. Слушай, ты уверен, что там безопасно? Весело и безопасно! Блин, тут темно, вот что тут. Ой, на ютубе даже потом будет вообще задница, ладно. Ой, я нашел уголь. Я возьму уголь с собой. А. А мы откуда вышли? Отсюда? Иди за мной. Если хочешь шить. Да-да. Так, ладно, я бросаю кирку. Бросаю топор. Черт, я тоже. Я же тебе говорю, мы отсюда пришли. Вроде наверх надо. Да, тут, сюда. Блин, любитель майонеза. Пойду сейчас за тобой, ты меня приведешь в какой-нибудь магазин с тремя полками майонеза. По-моему, сюда. Я нашел кирку и топор. Который я выбросил. Я должен взять. Я вижу свет. Ты видишь свет? Иди на свет. Нет, не иди на свет, останься с нами. Я ресетнусь. Черт. Я просто заблудился. Мне предлагают отсюда вылезти. Ладно, понял вас. Ладно, ребят, на самом деле пришлось ресетнуться. У нас тут нашелся напиток ведьм. И, между прочим, ночь на улице, пока мы лазили по пещерам. Почему он такой зеленый? О-о-о, луна светить стала, вот это круто. О, нифига себе, красиво. А-а-а, реально круто стало. И что ты с ним собираешься делать? Я хочу взять этот напиток ведьм. Плохой аппарат. Так может, его надо ты перевернуть? Целый аппарат с собой притащил. Хоть, хоть, хоть. Давай, переносим. Хоп, хоп. Так, хорошо. Teamwork. Teamwork. Пойдем туда еще посмотрим. Ой, мы тут не все еще обследовали. Ой, молоток. Ломик! Или мне кажется? Ломик! Я этот... если что... Да, вы сами знаете, кто. Каждый раз, когда я вижу ломик в Роблоксе, у меня постоянная отсылка на Half-Life. Ладно. Фриман! Куда можно... Ломиком по голове. Ты не поверишь, что я нашел. Ну? Я нашел электрошокер. Тизер? Зачем? Зачем тебе тизер здесь? Мне интересно, если я рукой зацеплюсь за эту штуку. Давай проверим. Давай проверим.
Я должен успеть взяться. Надо с этой стороны. Сегодня мы вам расскажем... Ха-ха, у меня получилось. Только это надо сделать от третьего лица. Смотри, тут рыба истеричка. Круто. Нет, ты посмотри на это. Нифига себе. Помнишь собаку дискобаку? Да. Я думаю, это с той же фабрики. Я должен залезть на это с большой непонятно что пропеллер. Так. Нет! Это я к тому, что почему женщины живут дольше мужчин? И тут мужчины такие, я должен зацепиться за эти лопасти. Должен. Давай. Почему карабкаться так тяжело? Да пошла она. Да, карабкаться тут очень тяжело. Путь карабкания мне тут очень сильно напомнил Happy Wheels. Я прокатился на этой штуке, да. Все, как бы... А, жизнь обрела смысл. Помоги мне перевернуть эту тачку. Она перевернулась. О, это я ее перевернула. Я пошел за это, за психорыбой схожу. Мне интересно. Как мне управлять? Кем, рыбой? Нет. Там написано все. Психорыба исчезла. Тут машины на... Слушай, смотри. Сейчас, хоп-хоп. Глянь. Тут-то много машин. Кстати, воздуха-то нету вроде. А вон третья. Офигеть! Я могу сюда прийти. В общем, все эти люди. О, вот так лучше не делать. Все эти люди позагоняли тачки под воду. Психорыбы куда-то делась. Тут есть какие-то подводные тоннели. Ну, тут, кстати, красиво. Мне нравится, что тут нету воздуха. То есть можно поисследовать. Удочка. Надо присесть. Чтобы объект из земли подбирать. Слушай, нужно я научился водить. Поздравляю. Подкатишь меня? Да, конечно. Так, я удочку подобрал. Тут есть провалиться можно. Чтобы вам провалить. Ты где вообще? На машине. Я понимаю, а машина где? Я на причале. А ты где? На причале. О, я сейчас к тебе подъеду. Это ты вон там ездишь возле дерева? Да, это я возле дерева. Я к тебе сейчас удочкой подойду. Да блин, у меня какой-то нуб, он все портит. Он никак не дает мне ездить. Ну, это... Ну... Кого можно загарпунить удочкой? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Стой! Нет, уезжаем. Стоять! Сейчас, по-моему, еще одна машина в воде окажется. Нет. Я не могу на шуфте бегать, если я что. Я еду. Поздравляю. Это а если я вот так делаю, он не выбрасывает удочку. Прикинь. Что? Он не выбрасывает удочку. Да, я к тебе подъеду. Стой, остановись, остановись. Как тебя остановить? Я рыбачу. Нормально. Оп. Чё эта штука? Ей тяжело так управлять. О, я поймал рыбу! Рыба моей мечты! Мне еще и бэджик за это дали. Только попробуй выбросить машину в воду. Какой-то чувак взял, украл мою машину. На рыбу. О, стой, дай. Кушай, приятного аппетита. Я не знаю, как теперь от удочки избавиться. Дай мне удочку. Я не могу! Я ее выбросить не могу, понимаешь? Нажми на Q или... Да, кстати, это помогло, спасибо. Тогда, пожалуйста, моя удочка. Там есть куча на берегу... Так, рыба. Это, он украл мою удочку, вот тварь. Так, на пирсе есть куча удочек. Так. Погоди, я хочу со своей добычей сфоткаться. Так, как бы так стать хорошенько-то, чтобы было видно. Во! Вот такую рыбу поймал! Вот такую! С вот такой пастью! Ладно. У нас же спортивная рыбалка, поэтому отпускаем. Что-то она как-то странно плавает. Ой, да пошло
Ребята, а рыбы должны так плавать? По-моему, ей нехорошо. Ладно, я ее отпустил, если что, все честно. Стань вон тут, иди сюда. Иди сюда. Вот смотри, сколько у людей рыбы. Вот люди рыбачат. Вот сюда стань. Забрось удочку. Жди пузырей. Сейчас интересно будет, если... О, давай, тяни! Тяни! Я тяну! Я акулу поймал. Вот это, блин, у тебя селедка, конечно. Это моя акула. Я поймал акулу. Ага. Да? На кусочек заложись, Только не надо выбрасывать ее в воду. Я их не выбрасываю, я их выпускаю. На. Где? Тут. Ты что, утонул? О. Я целую акулу поймал, прикинь. Слушай, я машину нашел. Шарик. Лол. Так. А рыбку-то выкинуть, в смысле, спасти надо. Смотри. А, вот что это была за бешеная селедка. Теперь я понял. Шарик. Лол. Слушай, я нашел машину, или что это такое? Это тележка. О, тележка. Телега. Надо ее перевернуть, помашь. Эти. Ну, у меня же лапки. У меня есть идея. В воду? Да. А зачем? Увидишь. Вот это вас колбасит там. Я это сейчас со стороны все... Нет! Ты его топить. Нет. И шарик тонет. Слушай, это дискоселедка продолжает тут крутиться, если что. Вот это дискоселедка. Здоровенный язь. Я не могу взять рыбу. Это что, из телеги? Ну все, она там застряла навеки вечные. Вот так вот, как и эти машины, да? Да. Блин, я так хорошо водил машину. Иди сюда, возьми свою селедку. Окей. Это акула. Да, я так и сказал, селедка. Погоди. Надо ее двумя руками взять. Сейчас этот чувак свалит. Вот такую рыбу поймал. Оп. Кусок этого. Ну свали нафиг, чел. Он пытается рыбу забрать. Он не сможет. Пошел нафиг. Убери свои грабли. Стой. Погоди. Оп. О. Вот так. Суперски. Вот такую рыбу, говоришь, поймал? Да, вот такую рыбу. Супер. Все, отпускаем. Слушай, я помню, что я где-то гриль видел. Так отпускаем. Да, я где-то гриль видел. Пойдем. Пойдем поджарим акулу. Слушай, факел. Можешь подержать факел, пожалуйста? Че так рыбы пахнет? Так, это вообще-то, это горелка, вот это факел? Это факел. Уйди. Жарим рыбу. Слушай, пошли в шахту. Так мы же были же. Слушай. Я там опять заблужусь. Надо было сразу фонари брать. Вот черт. Я огнемет нашел. Маленький мальчик нашел огнемет. Использовался им, а? Блин, нельзя. Отпусти. Пошли за машиной сходим, там где-то были машины. В общем, есть вещи, которые все-таки не выбрасываются. Выбрасываются только если ты руку уберешь. Крутяк. Можно с фонариком ходить. Вот так вот в глаза людям светить, вот так. Перестань. Я кручу рычаг. Не знаю зачем. Which is true. Там же машина, да, там машина, я ее... Приду, так, я пока фонарик положу, если что, потом заберу опять. Машина. Машина тут спавнится. Мы, кстати, на том складе были? Да.
Я не был. В каком складе вообще? Вон, а, это ферма. Пойдем. Пошаримся. Вообще, мне машину надо вытащить. Так, можно сажать семечко, закапывать его, подождать, эй, пока вырастет. Эй, мне машину украли, твари. Берем семечко. Сажаем его. А, его прикопать чем-то надо, вот этим, наверное. Опа. А как? Как мне его закапывать-то? Кирка не работает. Может, с киркой посадить, прикинь, вырастет. Да уйдите вы, люди, ну пожалуйста. А, вот, вот это у нас... А, все, я понял. Это было, наверное, глупо с моей стороны. Блин, меня так бесят эти люди. Они мне просто не дают ничего сделать. Вот, все, ждем, пока вырастет. Они... Там что, реально вырастает? Да! Все, я стал фермером. Независимый бизнес. Независимый бизнес. Я ананас вырастил. Ананас? Офигеть. Слушай, я сейчас к тебе подъеду, ты не против? Да? Опа. На ферме говоришь? У меня ананас с языком? Что, блин? Я же не... Мы в Чернобыле, что ли? Что происходит? Ананас с языком? Ничего себе. Вот это Чернобыль. Смотри! Что за бред? Так, ты где? Я... Ой, да пошла эта машина нафиг. Не буду ей пользоваться. Интересно, если что-то другое вырастить? Погоди. Слушай, я сейчас к тебе прилечу. Погоди, не все так просто. Ну-ка, семечко. Ну-ка. Опа, ждем. Берем мотыгу. Вот мне интересно, где спавнятся машины? Не знаю. Выросло. Я вырастил... Это сено. Какое нафиг сено? Ну, видно. Это похоже на, знаешь... картошку фри, которая лежала на столе примерно пару недель и стала уже зеленой от плесени. Вот на что это похоже. Ну или это соя. Не знаю, вряд ли это соя, конечно. Ну, вырастает разная фигня, если что. Нет, тебе нужно закопать. Я тоже сначала так делал. Иди сюда. Тут кусок грязи прямо здесь лежит. Кусок грязи. Иди закинь его туда, где ты... Все, ты взял, взял. Отвали. Зачем тебе 100 мотыг? Ладно. Жди. Сейчас оно вырастет. Слушай, я тоже думаю, то, что это заплесневевшая картошка фри. Давай, коси. Нет, нужно просто вперед-назад ходить, эта штука сама срежет. Возьмись. Ну возьми уже инструмент. Он не берется. Чувствую, тяжело так. О-о! Арбуз! Арбуз! Крутяк! Так, все, все. В общем-то, ребят, тут можно, я так понимаю, бесконечное количество раз экспериментировать. Можно все это поле засеять, если потратить на это, наверное, дня 3, и потом все это вырастить и собрать урожай. Надо будет как-то попробовать. Ладно, я думаю, что на этом все. Штука бесконечно веселая, бесконечно интересная. Я думаю, что мы сюда будем заходить еще потом побеситься, попаловаться. Очень рекомендуем вам эту игру. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра. Всем молодыша. И всем покеда. Всем покеда.